Всем привет! Сегодня покажу последнюю часть покраски BMW и, по сути, самые интересные моменты по ней. У нас есть крышка багажника, капот, передний бампер, остатки мелочевки. И в этих моментах, что самое интересное, нужно покрасить внутрянку в завод. С тем учетом, что мы тут герметоз перекладывали, убирали тут всякие косячки. А в заводе оно все полуматовое. Сейчас покажу, как на капоте. То есть на капоте большая часть осталась живой, но будем делать все. Вот это уже не завод, это уже троичные, четверичные красы. Вот завод. То есть такой матовый, равномерный припыл. Лак может попасть только на вот эту часть, когда лакируем торец. Но очень в малом количестве, поэтому не так, как здесь уже залакировано аж до сих пор. Что нам для этого понадобится? Сейчас пойду покажу, какой грунт буду разводить. И этим же грунтом его преимущества. И, короче, грунт уникальный, в принципе, это силер. Им мы окрасим капот, он станет матовым изнутри. Им мы также багажник сделаем изнутри. Бампер тоже пойдет в этот грунт. Для чего это нужно? Чтобы сколы, которые будут образовываться на бампере, так как он самый подверженный этому делу, они не светились до грунта. Грунт мы будем колорировать 100% в цвет заводской краски. Вот в этом и офигенный плюс. Также зеркала и вот эти вот реснички будут в этом грунте, чтобы все сколы, которые возможно будут, даже крупные, очень крупные, они не будут видны. То есть их будет видно только когда вот так подходишь, что отсутствует кусочек лака, допустим. И все. Снаружи капот и багажник таким грунтом покрываться не будут, не имеет смысла, да и не особо как бы нужно, потому что шагрень у меня может поменяться от той, которую я делал на весь автомобиль. То есть, чтобы не изменить шагрень, допустим, на бампере этого не будет видно за счет формы, но на ровном капоте это будет явно отличимо от той же крыши, там, крыльев и так далее. Поэтому, да, оно и не нужно. То есть, задача у этого грунта нету такой, чтобы наносить его на ровной плоскости. Это не тот грунт, ну, на ровные большие. У него именно прикол, что это изолятор, это адгезия к чистому лакокрасочному незамотованному, это 100% колеровка в нужный нам цвет, и это что еще быстро, мозг думай. Это покраска на 320-ю риску, спокойно, то есть хороший наполнитель. Образно говоря, вот бампера в этом случае идеально. Мы пробежали 320 на машинке, ну я тут 400 прошел, обезжирились, заколорировали грунт, прошли, и через 15-20 минут можно смело красить любыми красками, водными, сольвентными, акриловыми, чем угодно. Хорошая адгезия как к нижним слоям, так и к верхним, хорошая изоляция нижних слоев от верхних, непросадка в риску, ну там много свойств у этого грунта и реально годная вещь. Пойдемте разводить. А, забыл сказать, одно только но, что у этого грунта нет прямой адгезии к металлу и к пластику. Поэтому все, что осталось голым в металле или в пластике, надо пройти обязательно. Ну, по металлу, допустим, я подпшикал антикоррозионным однокомпонентным баллончиком, по пластику, грунтом по пластику пройти. Работаем. Вот этот грунт, силер, транспарент 04122. Он в единственном номере, он бесцветно идет. Такого же типа грунт, я знаю, есть у шпица, есть у боди. Но у бодиского один огромный минус. Его нельзя 100% добавлять в него базовую краску. То есть до 10%. Но там разная чуть-чуть цена. То есть они в ценовой категории несопоставимы. В банке он мутный, непрозрачный, но в тонком слое он полностью прозрачен. Вот что я не подумал, это сюда крышечку купить для замешивания. Ладно, сейчас помучаюсь, обязательно поеду куплю потом. Наносить этот грунт мы будем из того же пистолета, которым буду наносить базу. Ну, короче, любой с небольшой дюзой. То есть это не тот грунт, который толстым слоем наносится, а 1.3, 1.4, ну, 1.5, в принципе, еще пойдет. Так, хорошо вымешали, осадка нету. Да, вроде все нормально. Открываем техничку к нему. Хайгард силер.
так, от вердителя 100-го, 110-го, 115-го или 120-го, но у нас 110-й, 30%. А разбавителя 20-25. Но мы сделаем, наверное, 25, чтобы у меня растянулось пожирнее. И потом в готовый продукт, то есть я буду сейчас делать 300 грамм готового продукта, чтобы в него добавить 300 грамм готовой краски. То есть вот тут у меня сольвентная краска, слитая по коду автомобиля. Один огромный минус, что нельзя его водой добавить. Вот он, по коду автомобиля. Я ее сейчас разведу до 600 грамм, чтобы готовую, обязательно готовую краску, обязательно к готовому продукту нужно добавлять. Вот. И. Что? Приступаем. Нам нужен стакан. Стакан. Так, если у нас 300 готового, это значит 260. И так, наливаем 200 грамм. Просто мне нужно уместиться в стакан. Так. 200 грамм. 30% это 60 грамм. Давайте попробуем открыть вот так. Открылось, повезло. Есть. Чуть-чуть больше, чем надо. Кстати, как рекомендуют технологи, что добавить на чуть-чуточку больше отвердителя в этот грунт, когда мы его смешиваем с краской. Но это не в моем случае, это в случае, когда будем применять сверху покраску сольвентной краской. Это увеличивает адгезию между ними. Ну, это опять же, это чисто рекомендация технолога нашего рынка. В техничке такого не написано. Вот эту штучку купил, блин, такая удобная для наливания разбавителей. Сейчас покажу ее поближе. Вот такая вот, ой, пипетка. У нее трубка, это уходит на самое дно, и когда нажимаем, она выдавливает по чуть-чуть. Тут тоненькое жало у нее, по чуть-чуть выдавливает разбавом. Очень удобная штука. Так, вымешиваем краску. И наливаем 300 грамм, потому что общего веса у нас, за минусом, там стаканчик весит где-то 30 грамм. Отлично, 309 грамм получилось. То есть посчитал довольно-таки удачно. Так, 300. Есть. Закрываем эту богадельню. Итого, что мы получаем? У нас есть грунт, который полностью окрашен, который даст хорошую адгезию к незашлифованному лакокрасочному покрытию, там, где мы, допустим, не можем или нет в этом необходимости шлифовать его. К каким-либо новым элементам, вот новый подкапотник, его там обезжирили, пыльцу прошли, согнали серым скотч-брайтом, сильно вымотовываться не надо, взяли вот так, развелись и нанеслись. Очень удобно. И хорошая укрываемость по цвету, за счет того, что его можно нанести довольно-таки толстым слоем, я его буду наносить в полтора слоя, ну посмотрю, может где-то еще буду потом подливать, проходить. Он реально хорошо перекрывает свет, это то, что показывали нам на обучении. Ну реально вот видно панель двух цветов, черная и темно-серая и белая. Вот полтора слоя, все укрыто, панель уже не просвечивается насквозь. Само собой, меньше нужно будет краски чистой и готовой для того, чтобы укрыть эти детали в цвет, перекрыть. То есть хорошая подложка, хороший изолятор и что-то, какой-то скол, его не видно. Потому что грунт сколоть невозможно. Сколоть можно лакокрасочное покрытие. Легко. Наносить буду спининфорины 1,3 дюза. Настройки, я уже багажник сделал. Настройки закрутил, ну, примерно на 2/3. Подачу так точно. Ну, в общем, факел вот.
подачу тут смотрим по скорости, по которой успеваем. Наносить буду в полтора слоя. Пропыляю, прохожу. Можно, в принципе, уйти на другой элемент, если есть. И потом прохожу, проливаю. Но укрывает реально хорошо. Так, ну ждать, я думаю, не стоит, потому что можно сразу слой на слой. Поэтому сразу приливаем. Все, сейчас подсохнет, покажу результат. Что-то у меня тут с колпачка капает, не пойму почему. Идем на бампер. Краску, которую я развел, мне пока что хватает. Ну, пока что еще есть, глянем, где закончится. Дам чуть-чуть ей постоять. Ну, вроде как даже хватит. Посмотрим, что у нас получилось. Значит, с 600 грамм готового продукта я в аккурат разлился на все, что планировал. Грунт уже подсох и становится матовым. Реально очень похоже на заводское. Протиры. У меня вот тут было протертое, грунтом подшикивал. Вот здесь, вот здесь. Все закрыто. Даже там, где петли особо не приливал, все пролито. Смотрится хорошо, для подкапотника более чем достаточно. Тут особо заморачиваться как бы смысла нет. Так, по бамперу. Возьму 800-ку, просто сейчас нету, не нашел, по крайней мере, наждака другого мелкого, чтобы удобно было. И, ну, покажу здесь, допустим. Можно, если что-то надо, подтереть. Прошло 20 минут. Ну, чуть-чуть, само собой, в сетку уходит. Короче, посмотрим, может где-то соринки есть. Но я соринок особо не вижу. Черная не совсем прозакрыла, но
тем не менее неплохо. Я пройдусь, что-то я не пойму, какой-то не 40, как будто кратерок что-то, не знаю. Хотя обезжиренным все и с водой, и сольвентом, да. Какой-то и тут тоже очень странно, откуда. Так, посмотрим на лаке, что будет. Это просто протру липкой салфеткой. Тут опыла вроде нигде не налетело. Ну и знаете, так для уверенности можно в районе вот здесь пройти, сделать вот так, чтобы быть 100% уверенным, что мне тут даже больше надо, знаете, по грунту проработать. Все, далее просто идет у нас открас просто водной базы, поэтому ну просто поставлю камеру. Что поснимаю, то покажу. А, еще самое, по сути, как бы забыл, что сказать из важных моментов, что вот в таком состоянии грунт можно ставить до 8 часов, потом спокойно протереть его липкой салфеткой и открасить. Открашено. А, получается, как бы, если в общем посчитать, три слоя. Такой легкий, еле закрытый, сушу, полный сушу и притрушиваю, ну, эффектный, так называемый. Красный цвет, ну, вот тут вот, где торцы хорошо бликуют, видно. Там видно, что после первого мокрого, ну, просматриваемый еще, второй мокрый кладешь, уже не смотрится, но вот притрушивая вообще получается изумительно. Есть, лакируемся. Все то же самое, лак Lechler MC500, ствол с оголкой 1.3, башка Clear, кто там спрашивает. Ствол работает хорошо, но расход лака меня огорчает чуть-чуть больше, чем хотелось бы. Но работает хорошо. Стволу как бы таких вопросов никаких. На давлении 2.0 фигачу. Тумана достаточно получается.
Ну что, подведем итоги. Окрасился, все. Это последний открас по машине, именно из кузовщины. А теперь пойдут сборочные работы, антикоррозионные работы. В общем, много еще всякого интересного. Но это уже будет с разрывами, видео чуть-чуть, там, неделька-полторы. Керамику купили на эту машину. Об этом всем будет показано, рассказано и посчитано. А по расходам материала на этот автомобиль я сделаю отдельное видео. Я еще сяду, все просуммирую, пересчитаю, потому что там что-то ездил, докупал. В общем, отдельно. Капот, как вы видели, я отлачился вот в таком положении. Просто так удобнее лакировать, не надо тянуться через элемент, меньше пыли налетит. Положил в горизонт, потому что капот у нас на автомобиле стоит в горизонте, и шагер должен растянуться так же, как он делался на заводе. Ну, на заводе в горизонте он растягивается, потому что шагер от вертикального к горизонтальному элементу он отличается, даже на заводском автомобиле. По сложностям, в принципе, ничего особо такого непредсказуемого я не увидел, кроме багажника. Он мне, сука, мозг вынес, и он такой, стекловолокно, короче, плывет, плывущий багажник. Пилю его под рубанок, все ровно, рубанок убираешь. А у него есть мелкая рябь, но потом тоже покажу. Вот сейчас на крышке багажника чуть-чуть видно под лампу. Такой, чуть-чуть выносящий мозг. Сами железные, железо кузовное, хорошее, ровное, без геморроев каких-либо. Соринки чуть-чуть есть, надо будет поподпиливать. Кстати, не пойму на капоте, откуда у меня чуть-чуть попадало. Чутка есть. Ну, не без этого, не завод, скажем так. Поэтому и попадало. Был бы завод. Надо, кстати, найти раскладку нормативов по количеству сорин на заводском элементе. Потому что есть информация о том, что есть такие нормативы. Вот. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже видели, в какой толщине этот автомобиль примерно находится. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылка в описании, на экран выведу, как называется. Так же, как и этот канал, точно так же Инстаграм. То есть это конкретно рабочий канал. Там, собственно, потому что сфоткать быстрее, чем сделать видео, сесть его смонтировать, и гораздо проще. На этом моменте пока что мы останавливаемся дня на 3-4 точно. То есть все просохнет, простоится, и только потом будем постепенно собирать. Еще Серега подмутил с суппортами. Будет интересная работа, мы ему будем красить суппорта. В довольно-таки сложный цвет с нанесением логотипа через трафарет. На этом все. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока.